Добрый вечер. Еще раз начинаем вторую карту между командами London Conspiracy и Power Rangers. На данном этапе London, коллектив из Греции, что удивительно, выбрал Axe, Avengeful Spirit, Viper и Abaddon'а. Тролль Варлорд, Леон и Лина для команды Power Rangers. В прошлой игре очень хорошо себя показала Лина от ПРов. Мид был выигран достаточно серьезно. Ну и помимо этого, Euphorix у нас Beyond Godlike закончил эту катку. По-моему, 12-2, если не ошибаюсь, был счет. Ну, многовато, как бы для такого персонажа. Да, там неплохой потенциал в лейт, но понятное дело, что по ХП Лина у нас проседает. И если бы ее усердно контрили, то таких показателей не было бы 100%. Но в любом случае, ПРы классно реализовали свою прошлую страту. Там и Дитяра вообще неуязвимый был. По-моему, 12 или 13-0 закончил. Ну, разве что Аегис умудрялись пару раз сбивать. А так, по факту, просто в хлам разносил команду London Conspiracy Dota. На данном моменте в европейском дивизионе в группе А команды Power Rangers столько же поинтов, сколько и у London Conspiracy. По 5 очков. И, соответственно, это игра решит, кто у нас отправляется на четвертое место. Проигравший, разумеется, отправится на пятое. Собственно, теперь у нас Best of One за четвертое место в турнирной таблице. Клок отлетает у нас в баню от London Conspiracy Dota и последний бан для Power Rangers. По лайнам, я думаю, Viper отправится в мид. Против Лины можно и постоять. Акс может отправиться в сложную, в принципе, небольшая проблема. В паре с тем же Абаддон'ом смело можно стоять. Хотя нет, Power Rangers думает, что в сложную отправится кто-либо другой, например, вот Bristol Back. Джаггернаут для London Conspiracy Dota забрали супер-супер героя команды Power Rangers в прошлого матча. Ну, ПРы по пику теперь ничего примечательного, собственно, не показывают. Стандартные относительно герои, которые чаще всего вообще появляются в пике, разве что Лина не всегда заходит в гости. Аскариас Мак, Леон, Тролль, Варлорд, ну, просто обязательная дота. Ну, ждем пятый пик. Кого на сложную у нас отправят ПРы? Я думаю, что можно Тайдхантера, в принципе, смело отправлять на сложную. Нет, Магнуса, все-таки Магнуса. Толстый, но другого цвета. Ну, разбирают своих героев. Давайте посмотрим, кто у нас на ком вообще будет отыгрывать. Релакс играет на Аксе. Кайзер идет в мид на Вайпере. Спартан играет на Абаддон'е. Мадара на Джаггернауте. Ну и со стороны команды Power Rangers. Дитяра отыгрывает у нас на Тролль Варлорде. Санейка будет играть на Леоне. U4X в мид идет на Лине. Джейфо играет у нас на Скариас Маги, ну и Чеширский Кот по дефолту отправляется у нас в сложную на Магнусе. Но у меня небольшие сомнения касательно безопасности Лины на мидлейне, стоя против Вайпера. Не слишком ли больно будет на ранних левелах данной подруги? Ну, опять же, все зависит от рук, от реализации. Хотя, конечно, преимущество некое точно имеется у Вайпера перед Линой. Это даже, наверное, и обсуждению не подлежит. Мадара очень удачно встал. Дитяра где-то рядом ходит, но не видят друг друга. Ну, могут же увидеть. Нет, не видят. Увидели Дитяра, начали движение в его сторону, тролль отходит. Для чего подходил, непонятно. Ну, в это время, кстати, завардила команда Power Rangers. Ну и сразу же вард от команды London Conspiracy на нижний спот крипов. Отводы, по-моему, блочит.
Ну, сразу же отваливается у нас J4. Ладно, пускай. Вообще не страшно. Ну, Лина затарилась в любом случае фарм тут. Ну, талисман имеется, вот, пожалуйста, Iron Branch, еще и не свои деревья на покушать. Естественно, все это для фарма, но та же история у Вайпера. Практически один в один, не считая Healing Salve вместо двух веточек. Леон саппортит, Леону так надо, тролль Варлорд тоже, в принципе, по дефолту. Ну, и Магнус пошел терпеть сложную, все для терпения себе взял. Вернулся Джейфо в игру, в принципе, пора бы уже и начинать. Пошли хвастаться своими файлообменниками игроки команд. Отключается в это время Саннейка.
Ну что, ребят, у нас пересоздается карта. У Санейка какие-то проблемы, и со стендином решили пересоздать игру. Все, тогда небольшая пауза, 2-3 минуты, и перезаходим в лобби. Возвращаемся в катку. Собственно, у нас ничего не случилось, поэтому все начнется заново через пару-тройку минут, пока не переключайтесь. Перезаходим как можно скорее.
Wind Ranger at your service. Scott and Adam. Prepare for battle. Ну все, в принципе, наконец-то мы вернулись. Вроде бы все хорошо и в порядке теперь уже. Насколько я понимаю, Снейк решил свои вопросы, или кто-то просто играет под его никнеймом за команду Power Rangers. Кто это? Наверное, Куроку или Пупей. Нет, по-моему, все-таки у Снейка все траблы каким-то образом разрешились. Ну что? Теперь по лайнам давайте разбираться. Чеширский кот отправляется у нас на топ. Кстати, перезакупился у нас чеширский кот. Даже удивительно. Заново начали у Дитяра та же история. У Скара с Мага, по-моему, то же самое. Ну, чеширский кот, по-моему, был у нас с Таутшилдом. А теперь немного иначе себя оформил. 30 По поводу якорей это полнейший слух. Нет, с якорей не катал.
предложения такого не было. Если поступило бы, думал еще. Но я с якорями совершенно не в дружеских отношениях. Ну, в общем-то, неплохо, не хорошо, вообще не знакомы. Ну все, наконец-то расходятся по лайнам. Никто не отвалился, и это вообще великолепно. Полчаса мы потратили на то, чтобы посмотреть, как игроки перезаходят в доту. Ну, теперь можем полюбоваться и самой дотой. На легкую линию отправляется у нас Санейка вместе с G4, и фармить будет Дитяра на тролль Варлорде. На миде у нас U4X второй раз играет на линии. На миде, но на этот раз Кайзер стоит против него не на инвокере с форгенами, а на вайпере. Ну неплохо, U4X нахарасил у нас вайпера, но опять же, это все на первом левеле. Второй, третий левел, и я думаю, вайпер через тот же коррозив скин, через Poison Attack Люну очень сильно будет напрягать. Уже Poison Attack вкачал у нас вайпер. Наплевывать пока не начал, но если начнет, то бедняга U4X. По крипам Лина опережает своего оппонента. Кайзер, кстати, очень сильно проседает по хп. Еще один удар и Dragon Slave в дорожку. До свидания. Вайпер отправляется у нас в таверну. Просто по-пабовски Лина заковыряла с руки. Какой-то элементарный вообще мув. От Лины все, что было всадить, садила. Под хвост запустила голубя огненного. Вайпера, конечно, пригорела немножко сзади. Так, Мадара. Подофотик шилдом, ну тут комфортная ситуация должна быть, потому что есть подсейв в виде винги. Всегда есть стан наиболее наглым саппортом, который готовы харасить. Ну и всегда есть подсейв в виде афотик шилда. Да и я думаю, койл тоже у нас будет качаться на Абадона. U4X понравилось дамажить, я смотрю, вайпера. Ну теперь вайпер решает, видимо, отвечать линия. Ну, конечно, просто, если с руки бить, безусловно, Лина, огребает от вайпера очень сильно. Если где-то через какие-то раскасты, что, собственно, нюкер и должен делать, то в таком случае есть, в общем-то, все шансы у Лины на то, чтобы комфортно простоять мид. В любом случае, ФБ у нас U4X уже забрал, а это о многом говорит. Ну и буст некий по золоту, а значит и по ранним артефактам получил. Релакс заходит у нас за тауэр. Лишает нормальной жизни чеширского кота. Теперь не бежать толком, не драться. Поджигает через Battle Hunger. Чеширский кот неплохо пригорает. Не успевает задонатить крипа, ну и горит. Горит и бежит отсюда. Надо бежать подальше от собственных крипов. Тут собственные крипы, кстати, сейчас опаснее будут, чем вражеские. До скьюера еще 19 маны, ну через лес чеширский кот отсюда уходит. Просто горит и хилится. Хилится и горит. Ну, потратил лишние 2 минуты у нас Магнус на то, чтобы... Ну, лишнюю минуту так точно, на то, чтобы побегать вокруг да около своего лайна. Ну и опять же, навстречу выходит здесь релакс. И опять собственные крипы. Как же неприятно стоять против Акса на лайне. Ну, чеширский кот-то наверняка великолепно понимает. Ну, то, о чем я говорю. Афотик Шилд и Койл по Джаггернауту. Плюс Афотик Шилд в любой момент снимает у нас стан. Снимает всю ерунду, которую могут влить у нас ПРы в Мадару. Понятное дело, что Абадон великолепный саппорт, как по мне. И на лайне ему... Да мало кто сравнится. Готовится Санейка выйти в спину. ДД, кстати, забирает у нас Сканкс. Санейка пока не выходит, просто настреливает по Спартану. Мадара врывается у нас в Санейка. Ну, Санейка развалили. Неожиданно вышла винга.
под ДД, под станом, конечно, недолго. Или он у нас мучился. 1-1 счет. По графикам, в общем-то, все в ноль. Практически, ну, близко к 5 минутам уже сыграли команды. Ну да, да, отлично, отлично. Отваливается Снейк, отжимается пауза. Чеширский кот у нас отжимает паузу. Видимо, они сдали нервы у нас чеширского кота и вообще у всей команды Power Rangers. Отжали паузу, готовы играть, я так понимаю, вчетвером. Кто вообще будет контролить Снейка? Немножко удивительно. Ну, интересно посмотреть. Тут серьезная дота и 4 против 5. Возможно ли это? Ну, наверное, возможно. Моментально. Ответ, кстати, от команды London Conspiracy. Венга выходит у нас забирать Лину, но перед этим U4X умудрился разобрать очень быстро у нас Вайпера. Лагуна Блейд, да. Лагуна Блейд, по-моему, не был проюзан. Кстати, без него с руки просто заковырял U4X своего оппонента. Заработал денег, заработал experience. Ну а дальше уже на заслуженный отдых отправляется в таверну. Чеширского кота ничего пока что по золоту, потому что ботл летит. Да, вот так решил своими деньгами распорядиться у нас Магнус. Леон проседает по хп. Санейка отсюда отводит. Кто его контролит вообще? А Фотик Шилд, как неприятно все-таки. Троллю, рассыпался тролль, рассыпался Леон. 2-4. London Conspiracy пока что давят. Давят не только количеством, но, я думаю, морально. Конечно, когда у тебя отваливается один игрок, и ты играешь вчетвером, это вообще не та история. Мадара пошел через Blade Fury харасить у нас J4. J4, скорее всего, не выживает. Да, Мадара забирает у нас J4. Ну и теперь с дитя рано да, в соло ковыряться. Ну, конечно, да, это ситуация печальная. Санейка просто оставили на базе. Даже не водят. Просто вчетвером, как я понимаю, будут стоять. Ну, что, простите? Венга отдалась нам у нас крипам нейтральным. Ну, да, в принципе, все это понятно. Я подумал уже, что Венга за ПРФ играет и не доконтролили. Ну, 4 в 5 игра. Все. Собственно, собрались ПР и можно играть. Как Ман-Сити играл против Челси. Можно играть и можно вырывать такие игры. Причем с корнем. Хоста есть у чеширского кота. Реверс полярити тоже есть. Надо просто гнать релакса. Реверс полярити. Тут даже стан пошел у нас от U4X. Ну и Магнус забирает данный фраг. Немножечко подунизили Акса. Да, через две ульты. Да, это все с присутствием руны хосты. Но какая, в принципе, разница? Фраг есть фраг. Потом уже никто не вспомнит, как этот фраг делался. 4-5. У Лины 2-1-1, у Магнуса на сложной 1-0-0. Долго терпел Магнус, дотерпелся. Чеширский кот на, давайте по нетворсу глянем, на 5-м месте. Нормально себя чувствует. Санейка опять приводят на лайн, но тут больше, как я не знаю, как курьера, в котором вложено 2-3 скилла. На всякий случай на подсейф. Экспу не крадет. Золото, понятно, что никак он и украсть не сможет. Ну, если вдруг будут выходить на тролля, тогда попытаются отковыряться за счет Санейка. Сканкс ждал, когда придет Магнус. Магнус сюда не пошел. Просто через реку отправляется у нас Магнус. Бежит релакс. Разминуться ли? Да, разминуться. Правда, Батлхангер все равно у нас поймает чеширский кот. 8-го левела Акс. 2-го левела Батлхангер. Ну, сложно. Все время горит Магнус. Все время. Надо тратить либо ману, либо хп, танковать крипов. U4X начинает у нас расковыривать Кайзера. Ну, надо бежать отсюда. Надо бежать. Просветили у нас U4X, но уже в деревьях. Мидер команды Power Rangers. Сразу три игрока London Conspiracy стянулись у нас на мидлейн. И просели по хп, что Сканкс, что Венга. Надо отправляться на собственный фонтан. Где в это время чеширский кот? На базу отправился Магнус. Уже 1500 только что было на руках. Приобретает себе Power Threads. Пока рановато. В Dagger.
U4X вообще в лесу умудрился стоять и фармить. Ну, это, видимо, на отходе. Мана какая была, решил перед фонтаном слить ее. Появляется Staff of Wizardry, готовится выход в Йоул. Здесь у нас драка, Мадару поймали. Где Леон? Леон продолжает стоять в кустах. Санейка не контролят. Ульта пошла от Мадары. Развалили тролль Варлорда. Чеширский кот РП уже проюзал. Сильно битая команда London Conspiracy, но пока живая Санейка. Уже движется, правда не сама. Контролят его, Хекс пошел в Кайзера. А Фотик Шилд на Кайзере надо забирать. Санейка здесь самый вообще полезный игрок. Уже один килл от Санейка. Санейка, можно сказать, лучше стал играть после Лива. Только ливнул, Леон реально реализуется. Еще один килл, дабл килл от Санейка. Блестяще. Я думаю, вчетвером ребята будут призовые делить. И в дальнейших матчах. Санейка, ты, конечно, молодец, но вчетвером немножко получше получается. 8-7 в итоге счет. ПР выходят вперед. 3-2-0 стата у Леона. Доигралась команда London Conspiracy. 2000 на руках у Релакса. У Винги медальон появляется. У Вайпера тем временем. Хедрес. Больше пока ничего. 290 на руках. У Абадона Soul Ring. Тапок тоже, в принципе, без каких-то обновлений. Ну и у Джаггернаут Фейсбутс и Аквила. Больше ничего. Лина, тем временем, уже практически готовый Юул. Осталось только Void Stone насобирать. У Skyros Мага не хочу смотреть. У Леона 2000 на руках. Куда вообще эти деньги? Ну, деньги на команду, наверное, распределятся. Тролль Варлорд. Мордип Маск и Фейсбуцы для Дитя Ра. Ну и Магнус 1100 уже насобирал. Готовится выйти в Даггер. Так, Дитяра в лесу, возможно, встретится у нас с Вингой. Нет, назад поворачивает Дитяра, ночь началась, там Вижена практически не имеется. Но и опять же, вчетвером Леона можно направить варды ставить. Но Леон стоит опять же на подсейв тауров. Сейчас какая-то драка, рэмпач от Санейка. Это будет просто великолепно. Может, Санейка зашел и смотрит стримчик наш. Так, Джейфо выходит на релакса. Высвапывают Джейфо, моментально разбирают. Хотя, кто еще на кого вышел? Очень быстро со Скайра с магом справились. Вообще его не почувствовали. Чеширский кот. 1600 после этих крипов на руках. А что это за курьер такой новый у нас? Или не новый? Я не уследил, видимо, за трендами доты. Вообще не новый. Ладно. У Лины 870 на руках. Уже готова, готов Йоул. У Магнуса 1800. Немножко осталось до Даггера. Пока Чеширскому коту никто не мешает. Что тут с тавером? Половина стоит. Можно собирать вокруг себя крипов. Можно забирать товара для Джаггернаута. Отходит у нас Аегис. Забирают Рошана London Conspiracy. Ну, Чеширский кот совсем немножко до Даггера. Пока еще не имеется. Санейка стоит, не двигается. Ну, фарм отправились в ПР. Пока да, я думаю, они атаковать толком и не будут в данном матче. Тут где-то на ошибках разве что ловить можно команду London Conspiracy. Атаковать вчетвером, ну, согласитесь, немножко странно. Хотя, может, на характере что-нибудь в кулак сожмут. Волю, конечно же, и пойдут вчетвером месить пятерых игроков London Conspiracy. Как получится.
U4X, Yeul имеется. Опять же, дабл дэмэдж у U4X в бутылке. Можно только завязать драку. Лина должна в соло разбирать любого из персонажей London Conspiracy. Ждем первого врыва. Встреча готовится в лесу. U4X видит у нас вингу. Под ноги сейчас будет стан. Нет, не будет. Просто уходит. Поняла, что ману тратить просто так нет смысла, потому что недалеко был Си Спартан. Быстренько ее стан был бы снят, а фотик шилдом. Ну и что? Ну и зачем тогда, спрашивается. У чеширского кота 2800 на руках. Ничего пока чеширский кот не покупает. Вообще, будет ли это даггер или не будет это даггера? Ну, наверное, нужно все-таки как-то... А с другой стороны, зачем нужно? Если врываться не будут, зачем нужен даггер? Ну, пока не покупает, хотя все возможности имеются. Да, все-таки решился. У нас чеширский кот. Можно забирать релакса. Куда он направился, я, честно говоря, не понимаю. Тут сразу три игрока понимают. Ветра у нас Акса. Под ноги стан. Туда же Мистик Флэйр. Очень быстро разбирают у нас Акса. 9-8. Команда London Conspiracy на мид пошла. Что у Леона? У Леона по-прежнему 2400 на руках. Деньги не делятся. Какая страна LC? London Conspiracy — это Греция. Ну, сыпется Т2. Сыпется. РП, в принципе, у Магнуса готов. Надо просто ворваться. Здесь, правда, Эгис есть у Мадары. Чеширский кот не решился атаковать. Может быть, даже и зря. В принципе, недалеко был тролль, можно было и подраться. Ну, в принципе, опять же, дитяра пока не нафармит своих артефактов, файт, наверное, вступать не будет. Хотя у него здесь может очень неприятная встреча быть. Во-первых, с Мадарой, во-вторых, недалеко у нас здесь еще и Спартан. На топ отправляется дитяра, у U4X уже откатился Yeul. Все, просветили у нас Вайпера. Под ноги стан, ну, Лагуна Блейд имеется. Быстренько-быстренько развалили. Риверс Полярити чеширский кот до сих пор не тратил. На хосте побежал за вингой. Даггер есть. Ай-яй-яй, как криво. Промазывает скьюером чеширский кот. Ну, здесь должны заковырять у нас Vengeful Spirit. Стан пошел в чеширского кота. Хоста продолжает еще действовать. Высвапывает Скангс себя на Спартана. Ну и теперь, по-моему, команда Power Rangers немножко доигралась. 7 секунд, еще не будет даггера. U4X, наверное, не уходит отсюда. Через Blade Fury Мадара забирает мидера команды Power Rangers. 10-9. ПРы вообще не пытаются сдаваться, никакого желания нет. Ну и нормально, нормально вполне себя чувствуют. 6-й левел Санейка, даже 7-й левел. 4-й подкоп. Ульта имеется, счет 3-2. По крипам 5-2, да... Все у Санейка не хуже, чем если бы он играл. Ладно, шучу. Конечно, Санейка... Вообще львиная доля саппортинга команды Power Rangers лежит на этом игроке. Жаль, что отвалился. Ну, пока ПРы держатся. Держатся относительно уверенно. Но стоит все-таки обратить внимание на то, что в дальнейшем как-то динамика файтов и количество того, что придется в файтах прожимать... Да и скорость принятия решений будет повышаться от уровня к уровню. Соответственно, и действовать команде Power Rangers придется в два раза быстрее. Особенно тому герою, который у нас контролит Леона. Получится ли или не получится, это уже другой вопрос. Но то, что задача у них не из легких, будет через несколько минут, это факт. Кайзера пытаются поймать. Топоры в спину. Мистик Флэйр под ноги. Ну, наверное, заберут Кайзера. Могут забрать. Мадара через Хиллинг Вард выхиливает у нас Вайпера. Опять же, есть Боттл. Тут попробую еще сделать что-то. Один крит прошел у Мадары. И еле-еле Скайрес Мак вообще улетел на собственный фонтан. Даже удивительно, как сильно сыпанулся только что в кустах у нас Джей Фо. Ready.
Ну что, выходит команда Power Rangers, забирают Vengeful Spirit в миде. Возвращается у нас Санейка. С возвращением. Все, Санейка вернулся, у него уже есть Dagger, у него есть Boots of Speed. Справилась команда Power Rangers на 20-й минуте. Вчетвером поиграли 20 минут, теперь можно играть в полную силу. Ну, закончились поддавки от Power Rangers, теперь начнется серьезная дота. Напомню, что первую игру Power Rangers выиграли. И выиграли вполне уверенно. Не без участия этого парня. У Санейка есть Dagger. В принципе, врывы-то возможны. Левел тоже. Леон получал. Киллы делал. Даблкил, чего стоит от Санейка. Точнее, в момент его отсутствия. Ну что, будет ли врыв от Магнуса? Есть реверс полярити. Надо ворваться во всех. Джейфо поймали. Чеширский кот. РП по двоим. Туда же шоквейв. Ну, чеширский кот проседает. А где Санейка? Ушел? Ушел отсюда. Не хочет он умирать. В итоге минус 4 для команды London Conspiracy. Только пришел у нас пятый игрок. Посыпались. Ха-ха. Кто виноват? Виноват Санейка. Ну, конечно, не он виноват. Виноваты необдуманные действия. Иначе не назовешь. При мертвом тролле вышли драться 3 в 4. Оказалось, не по шансам. Но это все прекрасно теперь понимают Power Rangers. Т2 внизу падает. Рошан не скоро пока появится. Еще 3 минуты ждать его. Можно пойти на топ, снести Т2 на этом лайне. А можно уйти и фармить. В принципе, кто вообще запрещает? Кайзер покупает себе Pipe of Insight. Ничего себе. У Джаггернаута появляется Мом. После Мома, точнее, появляется Манта Стайл. У Акса Dagger, БКБ и Вангвард. Блейдмейл не ставил себе Таритякс. Ну, по крайней мере, сейчас у Венги медальон. Ну и тапок тоже у Венги. Абадона, Транквилы, Солринг, Гем. Думали игроки LC, по-моему, что дела будут идти великолепно. Вроде они вчетвером играют, в пятером играют против четверых. Тут уже посерьезки закупились. Ну, собственно, не знаю, нужен ли был гем, не нужен. Против кого он вообще был нужен, если и покупался. Просто девардить, ну, стоит ли оно на 22-й минуте? Наверное, нет. Но, тем не менее, приобрели. Ну, а тут вернулся Санейка, теперь надо играть против пятерых. Эти деньги можно было с умом вложить в какой-нибудь другой артефакт. И ограничиться вардами синими обычными. Ладно, как Санейка вернулся, так и ушел. В таверну отправляется Леон. Кстати, при отсутствии Санейка, как-то Леон два раза умирал. Теперь пришел Санейка и уже третий килл. И очень долго был счет 3-2-0 у Леона. Ладно, ладно, не виноват Санейка в том, что такая игра. Просто игроки команды London Conspiracy вывезли то, что было необходимо. Дагера здесь появились какие-то необходимые базовые артефакты по типу Меки. Тот же теперь Pipe of Insight. Для Вайпера левелап взяли нужные для нужных ультов. Теперь драться с ними, конечно, неудобно. Магнус. Врывается у нас на Абадона. Сразу же ульта от Спартана. Цепляют его, но он, наверное, на хайграунд уходит. Хотя можно попытаться поймать еще. Подофотик шилдом стоит на своем же хайграунде. Релакс ловит у нас чеширского кота. Блэк Кинг Бар у нас от релакса. Гонит дальше чеширского кота. Надо отсюда валить каким-то образом. Ну куда ты, собственно, свалишь? Стан под ноги релаксу. Релакс по-прежнему в БКБ. Развалили. Минус 3 для команды London Conspiracy. Даблкил для Акса. 11-18. По золоту 2000 в пользу греческого коллектива. Ну,
Вы видите, что по золоту 10 тысяч уже. Выигрывает Лондон Конспираси по экспириенсу 8 тысяч тоже в их пользу. Ну и Рошан тут на блюдечке с голубой каемочкой для греческого коллектива. Тяжело сражаться, тяжело, когда такое количество денег сконцентрировано в руках команды London Conspiracy. Вы видите, что Джаггернаут у нас круче всех смотрится, 14 тысяч для него. И еще и Aegis, как будто мало этого было. Ну и 12,5 у Релакса и 9700 у Вайпера. Кто кое-как еще держится на плаву, это, пожалуй, Лина, на которой отыгрывает U4X. Где-то с Вайпером за третье место сражается. А Дитяра, который должен был фармить, наверное, больше всех в команде Power Rangers, по факту без вещей бегает. Ну, для 25-й минуты с Engine Yasha это мало. Ну и, разумеется, 8700 это тоже очень мало. Чеширский кот врывается у нас куда? В никуда, наверное, врывается у нас Чеширский кот. Быстрее бежать отсюда. У Релакса есть даггер. На Скьюри, на подсейф еще дали стан. Бежать ПР быстрее на свой хайграунд. Пай проюзали. Заходят на хайграунд. Фотик шилд висит на Джаггернауте. Хилинг вар. Все, имеется. Джаггер стоит, месяц тауэр во время глифа, вместо того, чтобы убивать крипов. Мадара просто тут райкликнул, я так понимаю, пошел песню где-то в Винампе менять. Акс заагрил на себя. Кого-то там заагрил, но рыба особенно не дамажит. Сразу хексанули, отправили как можно подальше от тавра. Чеширский кот пытался увести у нас на Скьюри Мадару, но через Блейд Фьюри заэвейдил данный скилл Джаггернаут. Упал Т3, врывается Акс, БКБ проюзал, U4X с руки валит у нас по Релаксу, вроде бы и неплохо, а вроде бы и плохо. Выкид Сик для Акса и Доминейтинг для Мадары. Перефарм, конечно, дичайший, что делать с командой толком не ясно. Лагуна Блейд пошла по Джаггернауту, и он, тем не менее, фуловый, сразу же. Спартан подхилил, сразу же Афотик Шилд. Я думаю, где-то на уровне ГГ команда ПР. Да, так и есть. Power Rangers не выдерживают. Ну, понятное дело, не так пошел матч. Теряют возможность выйти на четвертую позицию. Остаются на пятом месте. По-прежнему на одно очко уступают тут London Conspiracy. Поздравляем греческий коллектив с победой во второй катке. Смогли они отковырять все-таки один поинт у своих оппонентов. Ну и ждем. А у нас на повестке дня еще один матч, он состоится ночью. Это команда E-Hack против команды Pain. Играет сегодня в 12 сет. Это час ночи по Киеву и 2 часа ночи по Москве. Там, собственно, дела достаточно никак состоят, но все равно матч есть матч. Рарки заливать, наверное, на него будут. Пейн на 6-й позиции, как на 10-м месте. Ну, глянем. Пока ориентировочно будем стримить. Там уже чуть ближе посмотрим. В любом случае, объявления читайте в группе. Не забывайте, заходите в группу ВКонтакте, подписывайтесь. Все объявления касательно стримов дальнейших появляются там. Также вся инфа по нашему каналу на Ютубе. И все видосы Join Dota, MLG Pro League и других турниров там. Ну и на Твиче тоже нажимайте follow. Для нас это очень важно. Все, поздравляем. Кого мы поздравляем? Да никого не поздравляем. 1-1 закончился данный матч. Собственно, Best of 2 ни для кого ничего не поменяло. London Conspiracy остается на 4-м месте. На 5-м месте Power Rangers. Отстает на 1 point от своих оппонентов. Все, услышимся очень скоро. Меньше играйте в доту, больше читайте книг. У микрофона был Друг, это студия Игрокам ТВ. До скорой связи.